Розенбаум давно уже сам решает, с кем ему пить, с кем ему петь. Рукописи не горят, песни не продаются. Разговор о деньгах никогда не идет. Но существует такое понятие, как «пожалуйста». Есть произведение, которое создал человек, и он его просто может подарить. Он считает это нужным, важным, либо возможным. Вот Александр Яковлевич для меня считает возможным. И если я вот в этот момент залезу в карман и протяну ему бабки, я могу получить в ухо. Гоп-стоп! Гляди, не было байпера! Об это каменное сердце и подколотное. А ну-ка, позовите Герца! Он в расчет ей модный, очень популярный. В нашей синагоге отходняк. Розенбаум написал за свою жизнь около 1000 песен. И все они ему приснились. Правда, это чистая ложь. Может быть, ему снятся стихи. Либо пока отдыхает его тело и голова. Бог ему опять посылает какие-то четверостишья. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе до полей, я иду землей Невской. Мы просто уехали отдыхать на море. Когда мы просыпались, он садился, и в течение 10 дней там было готово порядка 15 песен. И все такие, знаешь, в десятку. Великолепные музыкальные мелодии. В том-то и гениальность простоты исполнения музыкального произведения, чтобы оно легло на душу, на ухо, как угодно трактуйте. Ну вот просто ради интереса я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь из наших странных исполнителей, даже рок-исполнителей, попробовал бы это спеть. На таком уровне. По вокальным данным, масса людей могут взять эти ноты. Но по экспрессии отдачи никто. Мы были на похоронах Иосифа Давыдовича Кобзона. Я видел там Александра Яковлевича Розенбаума. Расстройством я бы это не назвал. Это просто беда была. Тогда он мне сказал очень интересную фразу. Гриша, звони. Чаще звони. Потому что вот видишь... Вчера были, а сегодня нас нет. Родные, нас живых еще не так мало. Поднимем, поднимем за удачу. На тропе жалой. Три голоса, три судьбы, три разных поколения. Спели каждое о своем в отдельности и в то же время о том, что объединяет всех. Для самого старшего эта песня стала пророческой, словно вещи сон приснился Розенбауму. После Александра Яковлевича останется глыба такая стихов, музыки. Понимаете, это намного больше, чем то, что может сделать такой человек, как я. И я еще имею право, я еще имею честь называть его своим другом и здороваться с ним за руку и запросто общаться. Класс!